Итак, друзья, 12 ноября 2015 мы продолжаем Fallout 4. Всех с днем работника Сбербанка России. Да. Вступайте в группу «Эстетика жирных жоп». Скоро конец у Шайа Лабафа, уже недавно был этот, Индиана Джонс, короче, этот ужасный. В каком же количестве говна он сыграл? Да. Неудивительно, что у него крыша поехала, простите за то, что я так икнул, я кушать ходил. Кекс нашел лапу когтя смерти, я уже 4 или 5 нашел, я их даже не собираю. Одна валяется в инвентаре. Сейчас... Вот. Или я выкинул ее. Так, вот она. Лапа. Кстати, пожалуй, что... Тьф, черт, сейчас, секундочку. Это ведь комната ребеночка какого-то. Вот я не знаю, чья, но я ему подарок оставлю. Подарочек оставлю, чтобы ему не одиноко было. Боевую, с которой бить можно. А я не играю милишным оружием. Я не играю милишным оружием. Теперь зато ребеночек может обнять лапку и спать спокойно. У меня есть этот, рарный клинок. Я тебе сейчас покажу. Зацени. Сегодня по квесту дали. О. Хороший такой. Он, короче, один раз бьешь... Один раз бьешь, и кровь начинает течь у противника. Ладно, чё вы начали-то? Короче, убежище 81, продолжаем. Смотреть, что тут как. Ну, это жилые помещения. Да ничего не будет, нормально все. Давно бы уже сделал, если бы хотел. Хорошо, что Ксюха не видел, как я котенка пристрелил из двустволки. Но я потом перезагрузился. Я вообще жалею, что я такие вещи делаю на стримах. Надо бы меня заканчивать с этим. Что такое? Вы как будто бы напуганы. Нет, все нормально. Да, по-прежнему жилые помещения. А вот и докторская. Welcome. Hold combo. I hope I'm not being presumptuous. Чё ты хотел? But I'd like to ask you a favor. Итак, Морган Фриман, пожертвовать несколько образцов ткани, хотя бы образец крови. Ну, за крышки, конечно, почему бы и нет. Хотите поторговаться? Ведь на карту поставлена жизнь людей. Либо сделайте это от чистого сердца, либо я подожду следующего посетителя. Просто садитесь, я возьму. Ну, блин, я стану тогда, получается, донором.